Высокие гости без промедления занимают места в президиуме. 85-я внеочередная сессия собрала 21 депутата и правомочно принимать решения. Итак, кто за то, чтобы открыть сессию, прошу голосовать. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Пришел 22-й депутат. Сессия объявляется открытой. В атмосфере сосредоточенности, но без лишнего напряжения, участники сессии приступили к работе. Василий Александрович Швец, которого вы, я уверен, хорошо все знаете, он уже больше 10 лет достойно служит государству, государственной службе, в команде с руководителем, в команде всей Кубани. И последние несколько лет очень плотно занимался многими направлениями. Не махать шашкой, говорить пустые слова, а всей командой достигать лучших результатов, которые были бы заметны простыми людьми. Именно такую задачу ставит руководитель Краснодарского края. Я хочу сказать, что Василий Александрович специалист высокой категории, имеет два высших образования. Он экономист, юрист, 3 года возглавлял департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. 3 года был заместителем губернатора и приобрел большой опыт руководящей работы. Делать город-курорт максимально комфортным. Василий Швец в своем выступлении, в котором, к слову, не было волнения, говорил о перспективах и будущей совместной работе с теми, кто делал и делает Анапу сильнее и лучше. Задача, которая стоит сегодня передо мной, будет стоять перед всеми нами, сделать город Анапу, сделать ближайшие территории максимально комфортными для жизни, в первую очередь, местных жителей. Что очень немаловажно, сохранить экологию и подумать, как мы вместе с вами будем создавать еще более современный город. Василий Швец подчеркнул, что для него будет важно мнение каждого из депутатов. Люди, которые имеют свой взгляд, безусловно, помогут развивать Анапу как центр детского и семейного отдыха. Вадим Иванов, Михаил Григорьев, Анапа регион.